Привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable. Точнее, как сказать, я пропустила, наверное, уже 2 недели, точнее, нет, я пропустила 1 неделю обновления. Это когда нам добавили андалузских лошадок, поэтому сегодняшнее видео будет, скорее всего, упоминание обновления, которое вышло вот сейчас недавно, и обновление по прошлой неделе, потому что я его так и не сняла. Значит, нам добавили 2 задания, точнее как, нам вначале обновили Джеймса, который стоит в Фортпинта, и добавили с ним задание, и еще нам добавили сюда вот за домиком Джаспера вот такую вот особу, у нее тоже задание. Мы знаем из статьи, что она очень сильно любит лошадей, и что вот у нее начинается задание, и потом это задание пойдет в Фортпинт, и там вообще какие-то опять странные дела, какие-то замыслы, интриги, расследования. Еще то, что у Джеймса какое-то новое задание с каким-то путешествующим драконом. Так что, да, сегодня будет много чего интересного. Но самое первое, что я скажу, это то, что в бонусной лавке нам добавили новую вещь. Это вот такое вот седло. Я его специально взяла пораньше, точнее, в начале. Такое ковбойское седло. Оно, как всегда, ну, без особых каких-то характеристик, насколько я помню. Сколько? Сила 2, скорость 1, гибкость 1. То есть не, оно не особо крутое по характеристикам, но оно очень крутое внешне. Скажем так, это одно из последних таких по качеству сёдел ковбойское и очень шикарное. Так что давайте посмотрим, что это за задание. Так, привет, должно быть, это из новичков в конюшне Морланда. Ну да, конечно, новичок, уже сколько тут времени играют-то. Я прихожу сюда много лет, что если у тебя будут вопросы об этом месте, не стесняйся их задавать. Кстати, я Синдра. Да, приятно познакомиться, поезжай с Синдрой Фортпинта. А у тебя есть лошадь? Ой, смотрите, сзади какие... Что это сзади за лошади, которых вообще в игрушке быть не должно? Я прихожу в лагерь верховой езды конюшни Морланда уже столько лет, что если бы у них была карта учета, то я бы уже заработала бесплатную лошадь. Ха-ха, было бы здорово. Но мистер Морланд ни за что не расстанется со своими лошадками. Так, что бы ей сказать? Ну и ладно, я накопила денег и теперь могу купить себе лошадь. К тому же мистер Мелон сказал, что он уже научил меня всему, что знает. Пора искать себе новые пастбища. У тебя получится. Ну, короче, будем искать сейчас лошадь из, видимо, тех, что на поляне. Так, я отправляюсь в экзотический Фортпинта. Так, богатые истории, изобилие лошадей, у них есть дискотека. Как только берусь до этого места, то сразу же закуплю лошадь своей мечты. Проблема в том, что я немного заблудилась. Так, есть просто обычный мистер Воланд не позволяет нам выезжать дальше дома старого Джаспера без сопровождения, но ты уверенно держишься, может, ты сможешь перевести. Так, ладно, значит, мы эту девочку довозим до Фортпинта, но мне интересно, что тут за лошади, их раньше здесь не было. Так, окей, этого мустанга я уже видела, его еще не выпустили, хотя должны были бы. Так, эта лошадка у меня есть. Это... Так, это Канемару. Канемара. Погодите. Это Канемара, но это... Канемара, я не помню, у нас такой есть или нет? Не помню. Так. Ганновер. Этого мы знаем. Так, а вот это что за непонятное существо, типа Лузитана, точнее Лузитана, но Лузитана такого в игре, точнее, продающегося нигде нет. Разработчики, блин, что вы делаете? Зачем вы загружаете лошадей, которых нельзя купить? От этого их хочется еще больше. Так, ладно, мы тогда довезем ее, и я включу уже запись, когда мы будем подъезжать совсем близко. Так, вот мы уже и подъезжаем к Фортпинту, все как-то у меня подлагивает, мне это не нравится, и я, как всегда, не понимаю, почему! Да, еще ничего не погружается. Ой, так. Ой, насколько все плохо не погружается. Так, в общем, мы доехали, и здесь, по идее, стоит охранник. Девочка, которая любит лошадей. Эй, стоять! Вечно на нас орёт. Ну, давай быстрее.
Боюсь, что тебе придется слезть с лошади и пойти со мной. В смысле? Отчитайся министру туризма Фортепинто за нарушение правил? Ты нарушила статью 46Б Кодекса верховой езды Фортепинто. Чего? Всю жизнь тут верхом катаюсь. Кодекс верховой езды, что это? Незнание закона не освобождает от ответственности. Посмотри, это 700 шиллингов за езду вдвоем в непредназначенном для этого зоне, 3500 шиллингов за превышение скорости. С меня бабки дерут. Чего? О, Дарья, это моя вина. Ты же приехала сюда ради меня. Я заплачу штраф. Ага, и 15 тысяч за попытку передать обязанности по уплате штрафа постороннему лицу. О, ужас, я сделаю, что смогу, но никаких но. Штраф 400... Что? Что за... В смысле? Не испытывай меня. Да вы просто злостные нарушители. Вы должны сейчас же отчитаться министру туризма. Он решит, что с вами делать. В смысле? Что за министр туризма? Кто это? Джастин, что ли? В смысле? С каких пор тут шиллинги дерут? Ну, благо, с меня ничего не взяли. Но если бы... Он вообще берет за все подряд. Так, ну понятно. Судя по тому, сколько тут народу, во всем виноват Джеймс. Да, около тут понятно. Ужасный министр туризма. Министр туризма, он перед тобой. Это я, Джеймс. Что? Чего? В смысле? Ты и так хорошо зарабатываешь, еще с нас деньги дерешь. Полный бардак. Чего? Итак, что привело к вам, министр туризма? Я очень занят, имейте в виду. Поезжай вместе с Эндером на лошадиную ярмарку в Эдинбурге, где пасут лошадь для Реда Джеймса. Они виноваты во множественных нарушениях законодательства Фортепинто. Это правда? Джеймс назначил мэр Пинат. Ты же не станешь спорить с мэром, верно? Чувак, я все... Чувак, я все поняла! Ты пацан, блин! Иди посреди за порядком на дискотеке или займитесь чем-нибудь еще. Извините, министр. Конечно, министр. Итак, дайте колдога. Капитан Уотер прицелился к вам по какому-то дурацкому поводу. Нет, у вас большие неприятности. Подожди, дай мне вина. Ты заплачешь штрафы, как сказал Ханик, и должны... Он не уточнил плату за оформление документа, так что ровного счета будет... Чего? Эй, не смотри на меня так, эти правила мэра. Всего лишь скромный государственный служащий, который уже... О нет, я надеюсь купить на копные деньги новую лошадь. Но... Так, вы любите лошадей, тогда у меня есть работа для вас двоих. Через 15 минут здесь причалит целый корабль туристов, а мои лошади для аренды пасутся на пастбище. Если туристы останутся без лошадей, то это испортит их отдых. Чем мы можем помочь? Приведите лошадей. Я даже разрешу тебе приехать на одну из них верхом. Ура! Я обычно оставляю своих лошадей отдохнуть рядом с лошадиной ярмаркой, вернее, даже на самой ярмарке. Да, бла-бла-бла-бла. Приведите лошадей. Слаб Джеймс. Привезти лошадей даже... Да-да-да-да. Ладно. Приведите лошадей, как можно сказать, я, возможно, поговорю с мэром насчет снижения ваших штрафов. Да в смысле снижения штрафов? Всю жизнь тут верхом катаемся и ничего не было. Что такое? Мне это не нравится. Ну ладно, поехали за лошадками. Ну, короче, приехали мы к этим лошадям. И сейчас мы должны их всех как-то сопроводить до Джеймса. Это будет очень долго, поэтому встретимся, когда уже доедем до Джеймса. Так, вот мы уже и приехали к Джеймсу, доведя до него всех четырех лошадей, которые надо. Тут столько игроков, что даже Джеймса уже не видно, его просто заставили лошадьми. А, дайте мне нажать на него. Сопровождение лошадей. Как раз вовремя, туристы вот-вот будут здесь поздравлять друзья, вы спасли их отдых. Мы спасли свои штрафы, я про это хотел сказать. Так, мэр Пинат. Итак, насчет штрафов, которые вы должны заплатить. Поговори с мэром. Я могу сделать вам скидку несколько сотен шиллингов, разумеется, после того, как мы прибавим к ним плату Синдры за аренду лошади. Что?
Итого твой счет составляет 92871 шиллингов. Я не могу столько заплатить. Можно ли что-то сделать, чтобы уменьшить эту сумму? Пожалуйста, мистер Кладня. Я думаю, тебе придется работать на меня, пока не выплатишь долг. У нас есть конюшня, которой нужен уход, и гонка, которой нужен организатор. Если ты будешь работать, давай посчитаем. 47 лет. Да, этого должно хватить для уплаты долгов, что? Нет, это ужасно. Ты мошенник, Джеймс Клаудмилл. Мошенник? Что? Ты не можешь со мной так разговаривать. Я не министр туризма, меня назначил сам мэр. 10 минут спустя. Что 10 минут спустя? Расступитесь перед гордостью Форт Пинта. Мэр Пинат! Лёш, это мэр! Это мэр Пинат! Это пони в шляпе! Мэр! И хочешь прикол? Этой коняхи не продается. Такой лошадки нету в продаваемом виде. Она единственная, походу, в своем роде. Это мэр! Мэр, это пони? Она разговаривает! Именно. Говорящий пони. Короче, я уже предсказываю, что сейчас будет. Это заколдованный мэр, которого какая-нибудь ведьма заколдовала в пони. И если мы снимем с него заклятие, он нам простит все штрафы. И разрешит кататься как раньше. Да? Да? Джеймс говорит, что ты и твоя подруга должны 90 шиллингов. Я требую оплаты. Чего? Если вы не можете заплатить штраф, то Синдра будет вынуждена работать на министра туризма до полной уплаты долга. Это все очень подозрительно. Я выясню, куда делся Джеймс. Ага! То есть это даже и не Джеймс. Это может быть какой-то его двойник или... Куда могли спрятать Джеймса? Короче, ладно, будем искать Джеймса. Как только найдем, встретимся снова. Вот мы и нашли Джеймса. А-а-а! Что ты тут делаешь? Твое мошенничество будет раскрыто, Калмир. Обманываю, это слишком грубое слово. Тебе не кажется, он оплатил мне за зарядку для лошадей, а туристы платят мне за то, что я катаюсь на них, и все в плюсе. И разве вы не должны слушаться мэра Пината? Вы же не хотите, чтобы он рассердился? За мэра Пината говоришь ты по рации. Что? Это безумие, он говорящий пони, это правда. Спроси всех, кто на него, за него голосовал. Тогда почему? Тогда почему у тебя в руках... Так мне можно рассказать избирателям про рацию? Ну ладно, ты права, пожалуйста, не говори никому, это все, что у меня есть. Мне все начиналось довольно невинно, я прикрепила к пони рацию и надел на него милый маленький цилиндр. Так родился говорящий пони Пинат. Когда он разговаривал с туристами, я прятался в кустах, это был успех, все обожали Пината. А когда пришло время выборов в Форт Пинт, я подумал, почему бы не выдвинуть кандидатуру Пината на должность мэра. Кто же знал, что он реально победит? А когда он реально победил, мне оставалось только одно. И отказаться от власти, ты с ума сошла, я не мог рассказать им, что он обычный пони. И новоизбранный мэр Пинат назначил меня министром туризма, так как я мог править, пока Пинат отдыхал у конюшни, ел сено или о чем он там занимался. О, если ты хочешь сохранить свой секрет, тебе лучше забыть о штрафах. Ладно, ладно, если ты пообещаешь никому не говорить правду про мэра Пината, я с ней все улажу, даю тебе слово. Ты какой зараза? 5 минут спустя. Синдра. Мэр Пинат, прошу, что я опять сделала? Встань, Синдра, я тебя недооценила. Теперь я вижу, что ты лошадь стая, что ты любишь лошадей больше, чем кто-либо еще на Юрвике. Да, это правда. Тихо. У тебя доброе сердце, поэтому я назначаю тебя министром лошадей.
этого дня ты будешь управлять конюшней Фортепинто и организовывать местные гонки. Почту за честь, мэр Пенат. Министр лошадей, подумай только, скорее бы об этом узнали девочки дома. Министр лошадей. Просто министр лошадей! 5 минут спустя. Думаю, теперь все довольны. Честно? Не-а. Лучше бы мэром Фортепинто сделали бы Фердинанда. Честное слово. Извини за недопонимание, вижу, что вы гораздо умнее, чем типичный турист. Давай больше общаться, да, у меня такое чувство, что вместе мы заработаем кучу шиллингов. Ага. Было бы куда их девать, а то максимальный предел 10 тысяч. Привет, Дарья, хочу с тобой обсудить одно серьезное дело. Никакого обмана, честное слово. Я тебе не верю, но окей. Ты когда-нибудь слышала о фотографиях путешествующих игрушек? Это когда ты берешь игрушку или фигурку и делаешь с ней фотографии на отдыхе, как будто игрушка путешествует сама по себе. Это токен, он дракон, он был у меня все время, сколько я себя помню. Смотри, какой мой. Помнишь открытки, с которыми ты мне помогала? Я подумала, это было бы еще лучше, если бы поместила на них токена. Драконы сейчас популярны, верно? Я уверена, что туристы бы их расхватили. Что если ты возьмешь с собой токены и, короче, сделаешь фотографии? Звучит здорово. Правда? Так ты возьмешься за это? Отлично. Так, так, так. Так, я верю, что найдешь лучшие виды в округе. Главное, чтобы токен хорошо вышел на фоне. Когда заполнишь альбом, приноси его. Обещаю, что не пожалеешь о потраченном времени. Кто-то уже пишет, помогите. Короче, сейчас это будут все кататься, писать, спрашивать, где, какие места. Хорошо, позаботься о токене. Я верю, что ты сможешь показать его величественным драконом, каким он и является. Возвращайся, когда у тебя будут фотографии. Так, значит, по всем местам у нас будет такой полупрозрачный дракончик с золотистыми блесточками. Это знак того, что здесь можно делать фотографии. Но суть в том, что у нас есть, насколько я помню, 3 этапа. Значит, как только ты завершишь первый один, тебе доступен будет второй. Вот. Да-да-да, короче, это суть такая же. Вот, глава 1, мы должны... открыть все эти 10 штучек. Потом нам откроется глава 2 и глава 3. Вот всего вроде бы так 3 главы. Так, ну в принципе на этом все, потому что сейчас и бегать собирать все эти главы я не собираюсь. Единственное, что я хочу проверить одно место, которое было показано на заставке обновления. Есть ли там на самом деле место, чтобы посадить этого дракона? Это, насколько я помню, находится недалеко от Фортепинто, поэтому давайте съедем и проверим. Да, действительно, здесь недалеко от Фортепинто, то есть вон Фортепинто буквально за скалой, вот мы, есть место, которое показано именно на сайте, где можно сфотографировать этого дракона. Да, насколько я помню, еще все эти фотографии, которые вы делаете с этим милым няшным дракончиком, они сохраняются у вас в папке скриншоты. И, кстати, это 10-е место. Значит, самое первое было Фортепинто, и все остальные, видимо, места тоже где-то находятся в Фортепинто. А дальше уже не знаю, видимо, где-то по округам. Так что удачно вам найти все эти фотографии, а мы тем временем будем выдвигаться к предыдущему обновлению, к новым андалузским лошадям, и я немножечко о них расскажу. В предыдущем обновлении Star Stable нам выпустили 3 обновленные андалузской лошади 3-го поколения. Как я правильно понимаю, 3-е поколение, это значит, что эта лошадь уже обновляется 3-й раз. Значит, первый раз она выглядела как старые юрминские чистокровные лошади, второй раз как старые фризские спортивные лошади, как обычные фризы, и вот данный раз это 3-й раз. И, кстати, не случайно, в принципе, я приехала сюда на своем... На своем Ахалтекинце серым, потому что многие сравнивают их, и еще сравнивают серого Лузитана с серым Андалузом. Значит, всего было выпущено 3 лошади, одна светло-серая, другая такая огненно-рыжая, ну, я бы сказала, она какая-то, ну, я не знаю, я плохо по названиям оставила, в общем, она рыжая. И вот такой вот необычно серый, он очень классный. У них есть особые прически, это косичка, которая здесь идет у них косичка. И да, да, Халтикин, ты очень вовремя поднял голову. Потом вот тут завиточками и тут косичка. В общем, очень мило.
Как всегда, один андалузец стоит Форт Пинтово, его вы можете купить с первого уровня, стоят они 950 СК. Два других стоят в хозяйстве Серебряной Поляны, стоят прямо рядом друг с другом, тоже стоят 950 СК, но там я не помню, какой нужен уровень, то ли 5-й, то ли 9-й, я не помню, если честно. Вот, в общем, вот такие у нас теперь красавцы, так что в скором времени... Может быть, буквально через несколько минут я буду покупать какого-нибудь из этих коней, но нужно еще решить, какого. Да. А пока что в этом видео, в принципе, все. Я рассказала о двух обновлениях, какие там задания были, сюжеты, все такое. Вот. Будем собирать потихонечку фотографии для альбома. И я надеюсь, что в конце этих заданий с альбомами фотографии дракона нам дадут в подарок именно эту игрушку дракона для сидельной сумки. Так что буду на это надеяться, бегать и искать фотографии. Всем пока, с вами была я, Даналия, и мой конь на сегодня — Рунный Шепот. Не забывайте тренировать ваших лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам!